Здравствуйте, меня зовут Антон, и я обратился к Дмитрию Сердюку с такой проблемой. У меня было очень много суеты, я туда-сюда бегал, страхи, неуверенность, огромное количество сомнений, которые просто вот меня изнутри всего шатали. Я утром просыпался, такой, блин, что типа делать, куда бежать, куда торопиться, и... Ну, я просто уже вот обессилен от этого, у меня капец, уже, знаете, апатия начиналась. И я обратился к Дмитрию, и знаете, вот первое, что я почувствовал, это его голос. Он очень спокойно, четко говорит. И вы знаете, мне даже, я не делал себе еще гипноза, да, вот этих проработок, и я уже сразу тук-тук и немного успокоился, да. И вот он очень четко определяет, да, где-то твои вот вещи, ты очень легко погружаешься в правильное состояние, и он вытащил из меня вот те вещи, благодаря которым я понял, что мне делать с самой энергией страха. Я боюсь, и я раньше, знаете, там прятался, убегал, или что-то такое делать. И вот теперь страх появляется, и я, окей, ты здесь, я спокоен, и я использую это в свою силу. Вот большое спасибо Дмитрию, я реально благодарен, это круто, я помню те уроки, все те уроки, которые я получил, и я рекомендую всем, вот кто в панике, в страхе, в суете, в сомнениях, обращаться к Дмитрию, он реально крутой.